Так, решил снять немножечко. Двигаюсь по трассе М-12, новая трасса Москва-Казань. Не знаю пока, сколько это будет стоить, но посмотрим по окончанию пути. Трасса сейчас светлая, везде фонари стоят, столбы. Собственно, все видно. По крайней мере, в ночное время прям ехать красота. Съехал я с платной дороги М-12, выскочил перед Владимиром и, собственно, сейчас поеду, как всегда мы раньше ездили. Но не знаю, сколько там денег получится, но не хотелось бы мне платить там 3000 и больше. Я, конечно, не жадина, но, блин, кто по такой дороге будет ездить, я не понимаю пока. Вчера выехал из дому в сторону Ульяновска, сейчас уже подъезжаю. Дорога обалденная через Чебоксары. Ну вот сейчас единственное, как на подъезде к Ульяновску. Естественно, ремонтные работы. Почему-то, как всегда, как только мы едем в Ульяновск, обязательно на подъезде к нему вот такие вещи. Вот они. Это еще малая часть. Большую часть я проехал. Честно говоря, тут заторы начались уже час назад. Ну, в принципе, машин немного, быстро разъезжаемся. Ну и как без аварии, обязательно. Аварии случились там парочку. Все объезжают, ругаются, ну ничего. Штатная ситуация. Ну, пожалуйста, опять встали. В принципе, поток небольшой, но есть. Видите, накопали. Накопали, вот, пожалуйста, товарищи стоят, которые копают. Видно, конечно, не очень, но как есть. Как всегда, осень не жалеет ни деревьев, ни растений, а дорожники не жалеют дорогу. И, соответственно, ее гасят вовсю. Люди стоят, вот, пожалуйста. Вот такая ситуация сейчас на дороге. И, в принципе, прохладненько, я сказал бы. 9 утра. Самый прикол, я сделал то, что не делаю никогда в дороге. Я купил кофе себе. Ну, один стаканчик купил я на заправке, когда выезжал. Я его пил, наверное, часа 3 потихонечку. Ну, вообще, я не очень его люблю. Вот. И второй стакан я купил, когда заправлялся снова в Мурашках. То есть это на полпути. И вот я подъезжаю к Ульяновску, я его только-только допил, и спать, в принципе, не хочется. И помимо кофе, я еще брал в магазине 2 сникерса больших, 1 аленку и кока-колу. Ну, собственно, спать не хочу вроде пока. Практически доехал до места, заезжаю в Ульяновск по новому мосту по Президентскому. Вот такая красота здесь. Смотрите, кому интересно, конечно. Спустя 11 часов я приехал в Ульяновск, 11 с половиной часов в Ульяновск приехал, сын уже ждет. Аж с 6 утра уже выбежал к подъезду, стоит, ждет меня. Ну, осталось 10 минут. Сейчас уже поеду. Приехали с Максимом к универу. Тут такая внезапная парковка. Вот, кстати, машинка. Жалко, так раздолбанная. Kia Soul. Приятно так смотрится, конечно, но без бампера не очень. Ну ладно, суть не в этом. Приехали, сейчас Максим там пошел по своим делам. И, собственно, вернется и вручу ему ключи новому хозяину этой машинки. Доброе утро. Вот закончилось мое маленькое путешествие двухсуточное.
город Ульяновск. Ну, было очень как-то скомкано, поэтому ничего не снимал. Сейчас решил немножко снять. Я сошел с поезда, пересел на электричку с утра, 5 утра, и вот я уже, время 7, я в Ходьково. Сейчас прохожу мимо дома, где когда-то раньше жил с родителями. Сейчас тут что-то происходит. Видимо, какой-то ремонт, выкупили здание. Вот в этом доме я раньше жил с родителями. Сейчас он уже выкуплен, он пустой. Не знаю, что там происходит. Но интересно просто. Достаточно интересно, что здесь будет. Со временем посмотрим. А так все. Я из Ульяновска приехал. Сын доволен. Девочка его тоже там в восторге. Они с машиной. Я временно без. Но все довольны. Все прекрасно. Жизнь продолжается.